Европейская комиссия одобрила выделение почти 4 миллиардов евро на развитие чистых технологий. Самый крупный из таких проектов реализует производитель электробатарей Northvolt. Эта шведская компания получила государственную помощь от Германии в размере 902 миллионов евро на строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей на севере ФРГ. Помощь Германии состоит из прямого гранта в 700 миллионов евро и кредитов под гарантию государства на 202 миллиона. Еврокомиссар по конкуренции надеется, что поддержка этого проекта ускорит переход ЕС к зеленой экономике. Маргрета Вестагер отмечает, что без немецкой помощи Northvolt построила бы завод за пределами Европы. Министр экономики Германии назвал помощь в строительстве завода частью стратегии по поддержке европейской промышленности. Роберт Хабек отметил, что это уменьшит зависимость от импортных энергоносителей. And imagine we would be completely dependent in forms of renewable energy from the production of China or the US, batteries, semiconductors. That is a threat for the future. So the investments we are talking about are investments in our economic security. Завод, который будет построен в городе Хайде, будет производить в год аккумуляторы совокупной емкостью 60 гигаватт в час. Ими можно оборудовать от 800 тысяч до миллиона электромобилей. Производство батарей начнется в 2026 году и выйдет на полную мощность в 2029.